В этот момент RPK через смог замечает одного, врывает дальше и делает два килла. Это последний дракен RPK, но вот капля. Капля минус 3. Дракен откидывает хэппи, и его ВП не работает в этом раунде. Скрим. Вантапы в голову через смог вообще. Забудьте. Он может вантапать куда угодно, где угодно, в любой момент. Просто смог. Можно, не знаю, в стену. Вот еще один шикарный хэдшот на Дрейкена. И надо идти дальше, надо идти вперед. И NIP уже начинает чувствовать себя не в своей тарелке. Скрим выходит против Гзиста. Гзист ни черта не видит, получил флешку. Форс на размене против РПК. Форс все еще на погрузчике, по нему информация есть. И последний игрок NIP. Это Кристофер Элисунд, находящийся на мейне. И его ничто не заставит выйти оттуда, кроме как лежащий смог. Начинает спрейт по Сикстеру, убивает его. Скрим выходит на размен. Квадрокилла. Ковры смотрят в два ствола. Гзист и Гитрайт. Я даже не знаю, как тут выйти. Гзист моментально хедшот. Гзист еще один хедшот. Гзист третий хедшот. С Гитрайтом они вместе поработали. Гитрайт из ямы делает еще один хедшот с Гзистом. Но и все-таки Фриберг подключился. 1-0 легко и просто шведы справились с пистолетом. Дракен, в конце концов, на пленте, через короткий зашел, играет своим пэх, и хэппи смотрит как раз-таки короткую, спалился Дракен, есть по нему теперь инфа, Дракен жмет, хэдшот, 45 хп остается, дигл, XMS погибает, и... Скрим с дефузами, с МПХой. Оп, Дракен спалился, но все-таки спрей, это хэдшот, поздравляем, неплохо. О, боже мой, что? Твою налево, это же какие-то просто мистические силы подрубают Оскара. Это просто фазум халявный накидочка, и он попадает. Ведь существенная бомба ставится, ловок, правда, забирает Симпла. Крижей ловит моментально Эдварда, Крижей выходит из вентиляции, Схизда отвечает, минус Деннис. Ловел начинает нашивать Сейв Севен, забирает Дениса Костина. Остается Гардиан вместе с Флейми, Гардиан красный, Флейми погибает. И что, Гардиан? Вся надежда на Словака. Давай, давай, Словак, замути нам два килла, пожалуйста. Один из них красный очень сильно. И нет дефуски топа, это реально возможность. А нет, нет, Ловел делает квадрокилл в этом раунде с Сейв Севена, друзья. Идет коктейль молотова в двери, Оскар спрей забирает одного, второго. Эдвард, правда, разваливает Ловела. Зашел у нас Эдвард на точку, я так понимаю. Эдвард, да, вот он, Ваня Сухарев, делает уже второй килл. Ситуация 3 на 3, практически третий мог, но Оскар все-таки сейчас сыграл очень здорово в мейне. Отстрелил одного, второго, третьего. Погибает Словак, Сист один против троих.